Рыбакит, папа рисует. Привет, ребят, вы на канале Рыбакит, и эта трансляция идет на Инстаграм. Я его развиваю, стараюсь, и прошу вас подписываться и рассказывать другим, если вам это интересно. Сегодня мы рисуем кошечку. Кошечка будет фиолетовая, сумасшедшая фиолетовая кошечка. Рисуйте со мной, и это урок рисования для родителей. Так что приходите. Рисуйте со мной. Что я рисую для детей? Это я называю рисунки круглые животные или рисунки животными кругами. Смотрите, я для начала нарисую. Я рисую сейчас кошку. Я рисую вот такой овал. И покажите, всегда я стараюсь, когда рисую с ребенком, рисовать вместе с ним. Не показывать ему, вот рисую овал, рисую так-то. Я показываю, как я рисую. Он говорит, о, я хочу повторить, это легко. Рисуйте такой овал. После этого я рисую большой круг. Круг рисуйте побольше, прям не бойтесь, что он налезет или как-то криво получится. Как вы бы криво не нарисовали, ваша кошка будет оригинальной. Она будет не похожа ни на другие. Ваши две кошки, вашего малыша и вас, будут, они будут разные. После этого мы нарисуем лапы. Лапы одни идут вот отсюда. И вот сюда. И здесь еще одна лапа у кошки. А здесь лапа имеет такие большие лапы. Это как бы такие ножки, как бы, а здесь лапы, да? Также от задней лапы кошка свернула, нарисуем, что она их свернула вот так вот в комочек, и здесь нарисуем лапку под огнем. Тоже овальчик, кружок, палочки, овальчики, овальчики, овальчик. Легко повторить. Теперь рисуем мордочку кошки, рисуем ушки, треугольнички, рисуем треугольничек посередине, вниз и в стороны. А тут рисуем две точечки. Так, спасибо, что приходите. И сегодня напоминаю, что урок для родителей. Не для детей, для родителей. Но, в принципе, родители и дети могут вместе рисовать. Нарисуем здесь полосочки. И что есть у кошки, что я забыл нарисовать? Скажите, похоже уже на кошку? Похоже, но не очень. Нарисовать надо хвост. Хвост можно нарисовать сюда, но я бы рисовал его отдельно. Потому что, когда ребенок или человек смотрит, ему хочется видеть все вещи отдельно, как египтяне рисовали. Из-за этого я рисую хвост вот сюда, вот такой трубой. Не супер красиво, скажете вы, кошка так не держит хвоста, но зато очень понятно, что это хвост, и он отдельно. Не здесь вместе с кошкой как-то связан. И здесь можно нарисовать шейку. Вот такая вот шейка у нее. Ху-ху, кошечка. И, конечно же, надо не забыть потом усы пририсовать. Так, усы. Нарисуйте усы. Простой рисунок, и его легко повторить. Моя кошка, я вам замечу, сейчас будет розовая. У меня есть розовый, я не знаю, куда его девать. Но обязательно раскрашу кошку розовым. Раскрашивайте кошку. Мне кажется, это полезно раскрашивать всегда. И стараться раскрасить быстро, не стараясь сильно углубиться в детали. Чтобы ребенок потратил как можно меньше времени на раскрашивание рисунка. И после этого получил удовольствие от того, что он покажет его кому-то. И пока вот вы слушаете меня, я надеюсь, все-таки это не зря пройдет такой небольшой урок для родителей, как я раскрашиваю. Очень розовая краска. Но старайтесь этот рисунок после не потерять хотя бы 1-2 дня, чтобы он был на виду. Повесьте его на холодильник, чтобы он там повисел. Скажите вау, сделайте фотографию в WhatsApp и пошлите дедушке, бабушке. Это очень подбадривает людей и детей, в частности, как бы... Вау, я хочу еще, давай сделаем рисунок, сфотографируем, пошлем бабушке. Я помню, как в детстве я сидел и чем я занимался? Писал письмо бабушке. И это было здорово. Что я теперь рисую? Я рисую полосочки. Моя кошка полосатая. Вот такая, здесь такие дырочки. И полосатая кошка, нос. Здесь тоже полосочки рисую. Вообще можно здесь вот экспериментировать, и, наверное, вот на этом этапе ребенок может сам придумать, какая у него кошка, полосатая, какого цвета. Вот здесь я рисую полосочки, она похожа на зебру, немножко на зебру, похожа, да. Рисую полосочки, и, как вы видите, я не очень стараюсь, но чем вы меньше стараетесь, тем вы больше привлечете внимание ребенка и покажете, что на самом деле это не сложно, просто рисовать это легко и интересно. Вот такой у меня рисунок получился. Я его рисовал быстро, с любовью для вас, для родителей, которые смотрят меня. В будущем я стараюсь развивать Инстаграм, больше выкладывать на него разных видео и уроки такие. Жалко, что все в Инстаграме это все не сохраняется, но я постараюсь это сохранить все на Ютубе, чтобы дети и родители, которые приходят, они могли бы
вместе со мной рисовать и учиться чему-то новому. Спасибо, что рисуете со мной такие простые рисунки. Если вам это нравится, подписывайтесь, расскажите кому-нибудь про канал Рыбакит. Это поможет развитию канала, ведь все это бесплатно. И другие тоже захотят что-то нарисовать. Сейчас я прервусь, и минут через 5 я вернусь с другим рисунком. Спасибо вам. Спасибо вам тоже. Пожалуйста, я рисую как бы для себя больше, наверное, ну и для кого-то еще.